Медицина с доставкой на дом. Передвижные комплексы с врачебным оборудованием продолжают курсировать по региону. Приезжают в основном в сельские ФАПы. Специалисты из районных ЦРБ или областной больницы помогают фельдшеру. На последнем, как правило, сотни пациентов с разными диагнозами. Сейчас у нас курсируют передвижные флюорографы. У нас имеется мобильный медицинский комплекс, который вмещает в себя несколько кабинетов врача. Да, это гинеколог, терапевт, УЗИ, диагностика, ЭКГ. Он также работает у нас в отдаленных районах области. И это позволяет увеличивать доступность медицинской помощи на селе. В департаменте здравоохранения поясняют, медицина с колес – направление актуальное. Обеспечить квалифицированную помощь по всем направлениям для каждой маленькой деревни невозможно. А вот выездные формы работы специалистов как раз очень выручают. Деревню Тарханово специалисты Приволжской ЦРБ приезжали в начале недели. С пациентами работал гинеколог, невропатолог, кому понадобилось, сделали ЭКГ. А уже в среду всех желающих принимает бригада офтальмологов. Акция «Доктор едет к вам» – проект совсем новый. Это пример государственно-частного партнерства. Автомобиль, начиненный современным оборудованием, появился в регионе благодаря большой совместной работе Департамента здравоохранения, благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко и профильной Ивановской клиники. Граждане посетить мобильную офтальмологию могут бесплатно, все в рамках обязательного медицинского страхования. Комплекс этот выезжает ежедневно, поэтому за год мы планируем посмотреть более 100 тысяч человек. И хочется сказать, что у нас сейчас заболевания глаза – это третье место занимают по причинам выхода на инвалидность. Поэтому проблема им очень актуальна, и именно с этого мы и начинаем. Под крылом Анны Валерьевны, терапевта Тархановского ФАПа, 330 человек, 7 окрестных деревень. Местные бабушки ласково называют доктора Аннушкой. Фельдшер в курсе болезни каждого, даже не подсматривая в карту. Когда узнала, что приезжает офтальмологический мобильный комплекс, тут же оповестила всех, кому пора проверить зрение. Как оповещаем? Во-первых, где есть стенды, значит, в населенных пунктах, мы размещаем объявление, что, значит, проводится осмотр. Где нет, значит, либо телефонная связь непосредственно пациентам, либо староста деревень оповещает. Вот таким образом. Но в основном это телефонная связь. Анна Валерьевна позвонила мне. Мы во вторник были здесь у врачей. А у меня сахарный диабет, так что у меня все. И глаза плохо видят. Я в Иваново езжу. Вот, через год велели опять приехать туда, в лазерный центр. Галина Челышева добиралась из соседней деревни Ширяихи. Шла сначала лесом, потом по линии. Теперь вот в ФАПе отпивается чаем. Но это все равно удобнее, чем ехать в город. У меня вот была операция катаракта. Я проверяюсь каждый раз. Город нам очень далеко идти, а здесь очень удобно. Проверить зрение можно и в Приволжской ЦРБ, либо поехать в областную клиническую больницу. Вопрос, много ли пациентов не махнут рукой и отважатся на такое путешествие. Конечно, можно взять направление в Приволжской больнице населения, каждому жителю сельской местности, и поехать на прием к специалистам в той же областной клинической больнице. Но если для трудоспособного населения это вполне реально и доступно, то для пожилых людей это достаточно трудоемко, порой невозможно, поскольку это требует временных затрат и физических затрат, и не всегда они в состоянии доехать до Иваново. Передвижной мобильный комплекс обслуживают 5 человек – врач, медсестра, менеджер, водитель и инженер. Последний потребовался после тест-драйва по сельским дорогам. Чуткое оборудование каждый раз требует настройки. Поток пациентов огромный. В день около 30 человек. На каждого уходит примерно полчаса. За сутки в маршруте может быть несколько ФАПов. В одном автомобиле есть все, чтобы диагностировать практически любую болезнь глаз. Это определение остроты зрения, определение рефракции, поле зрения, глазное дно с широким зрачком. То есть выезжают специалисты очень высокого уровня, да, врачи высшей категории, которые проводят консультативно-диагностический осмотр. После диагностического обследования в офтальмологии на колесах, если это потребуется, больного направят на лечение – амбулаторное или в стационар. По прошествии времени специалисты вновь приедут в ФАП, чтобы повторно смотреть пациентов, отследить динамику состояния глаз. Что с глазками беспокоит и когда правый глаз, когда у вас снизило зрение? Да у меня опыта. Лежат с концами. Вы что-то капаете в глаза? Нет.
Когда вы видели хорошо, вы помните, там, до 60 лет или когда? Это у поэтов глаза – зеркало души. Офтальмологам дано видеть куда больше. Главное орудие их труда – вот такая щелевая лампа. Микроскоп, который позволяет рассмотреть все глазное яблоко и его деформацию, свидетельствующую о том или ином заболевании. У пожилых людей набор, как правило, стандартный. Катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки возрастная – это триада тех заболеваний, которые у пожилых людей встречаются наиболее часто. Также смотрим периферические отделы сетчатки – это важно для близоруких людей, даже молодого возраста, прежде всего молодого возраста, беременным женщинам. То есть все, что нужно, мы смотрим именно за ним. Маршрут передвижного офтальмологического комплекса в скором времени появится на сайте Департамента здравоохранения. Известно, что в октябре медики посетят Родниковский, Гаврилово-Посадский, Южский и Палехский районы. Пока что акция «Доктор едет к вам» рассчитана до конца 2018 года, но не исключено, что будет продлена. Спрос, как известно, рождает предложение. Задача такого комплекса в том числе и выявить, насколько эффективен данный метод оказания помощи. Заинтересованность пациентов, положительные результаты лечения, своевременная диагностика – все это Департамент здравоохранения обязательно будет учитывать в дальнейшей работе в области мобильной медицины. В планах приобретение передвижного маммографа и лор-кабинета на колесах. Но это пока в перспективе. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново, Приволжский район.